Всем ассаляму алейкум, друзья. Как я вам и обещал, вот я приехал к мастеру. Сегодня мы будем свидетелями тесту по резу. Сейчас мастер скажет, что за канат, что за клинок и все детали. Вот мы видим, смотрим. Давайте послушаем мастера. Сегодня тест стали H12MF с термоциклированием, специальным отжигом. Направлен на износостойкость именно для охотников и мясников. Канат будет жесткий, джутовый канат. Джутовый канат жестче, чем намного, чем пеньковый канат. Сведение на ноже 0,4, угол заточки на одну сторону 17 градусов, общий угол 34 градуса. Будем на количество резов проверять на износостойкость. Так, поехали. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, тридцать. Чтобы канат не рассыпался, обмотан малярным скотчем. Канат 18-миллиметровый. Покупка, вот здесь покупки. Несколько покупок. 102. В общем, после 100 резов будем ставить одну покупку. Для количества 100 резов одна покупка. Друзья, как вы видите, не чувствует, как по маслу. Сто
200. В прошлый раз 100, это одна упаковка. Сейчас вторая упаковка. 200 реза. По идее, идеале надо, на бумажном скотче бывает клей. Он застревает на микропилке. Надо ВД-шкой или растворителем убирать этот заусенец. Но клей имеется в виду стоящей кромки. Ну, мы так порежем. ВД-шки сегодня нету. Три стареза. Еще одну упаковку из Х12МФ. Три упаковки. Четыре стареза. Еще одна упаковка. Тут там 4 стареза. Вот. Рука устает. Thank you.
80. Пятый, по-моему. 500 резал. Топим дальше. Так. 500 резал. Рука устает уже. Это который уже? 600 резов. 600 резов. Уже спотел я. Главное в этом деле, чтобы пальцы были в конце целые. Так, сколько там? Еще одна покупка. 3, 4, 5, 6, 7. 700. Канат. Канат осталось 2 метра примерно. Посмотрим сейчас. Thank you.
Так, нож не убираем с катера. Сейчас сколько получается? 3, 4, 8. 800. Да? 800 резал уже. Рука сейчас отвалится. Фух. 800 резал. Каната осталось 1,20 м примерно. 1,5 м может быть. Восемьдесят. 100. И еще одна покупка. По-моему, 900. Осталось всего лишь 70 сантиметров. Жаль, что побольше не купил каната. Нож еще режет и режет. Так, ну ничего. Девяносто. Девяносто. Настоящий. С два, с три, с четыре, с пять, с шесть, с семь, с восемь, с девять, сто. Сто. Сейчас. Это получается сколько там? Два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 резал. 1000 резал, да. 1000 резал. Канат
Каната не хватило. Жаль, что пару метров еще не купил. Шинкует. Сейчас в идеале надо после клея, вот бумажный скотч содержит липучий клей такой, который мешает резу. По идее надо вот растворителем или маслом каким-нибудь убрать это все, потому что она мешает резу. Так, сейчас проверим на, как его, на бумаге. Подожди сейчас. Вот с пальцем посмотрим. Ай, кровь пошла. Да. После таких нагрузок, конечно. Ребята, вы не думаете, что так легко сделать хорошие ножи? Это тяжелый труд. Мозоли. Так, после? После канатного теста? Да. Спокойно режет газету. По ощущениям, я закуплю еще канат с рынка, посмотрим. Думаю, резу еще 300 минимум она сделает. Посмотрим, бреет или нет после этого. Ну, не думаю, что они бреют, но хотелось бы. Ну, бреет. Еле-еле, короче. Ну, газету режет. Газету, если режет, нож пригоден для ошкуривания крупного рогатого скота, для резки мяса. Ну, тысячи резов, это просто фантастика еще. Вот рог оленя тверже, чем кость. Нож надо тестировать первое по резу, это канат. Потом, вот крошится или нет, чтобы режущая кромка... При сведении для, ну, для работы, тонком сведении, она не должна крошиться. Канат, мясо и рог, можно и консервный тест. Ножом надо строгать вот рог оленя. Не рубить гвозди, например, а вот строгать кости. Рог оленя тверже, чем кость. Вот, например, строгание... рога оленя должен быть. Это имитация попадания на кость при ошкуривании, хотя такой нагрузки там не бывает при ошкуривании КРС или мелкорогатого скота. Зачищаем от пластмассы. Все, режет. Как ты? Ну, резал 250-300. Она сделает нормально. Вот такого качества ножи идеальны на боковые нагрузки. Всей режущей кромкой. А то некоторые говорят, бил одним местом, резал другим. Вот всей режущей кромкой. Постукивание. Хотя это лишнее. Постукивать не надо. Ножом надо резать аккуратно. Ну, для отдельных людей, которым это необходимо, можно... Для чего это делается, жесткий тест? Нож при минусовых температурах не должен сломаться, скалываться. Возьмем нашу добрую, старую добрую газету. Режет, короче. Сейчас, место.
Вот такой тест. Все, спасибо, Баркова, брат. Ну, все видели, что творит правильная термообработка. Это H12MF. H12MF – сталь с содержанием углерода 1,45% углерода и 12,5% примерно хрома. В народе считается полунержавейкой. Для охотников и мясников – лидер по резу. У дедов русских была поговорка: «Все, что режет, ржавеет, все, что не режет, не ржавеет». Конечно, нержавейки тоже режут, но углеродки, они, как его, хотя H12MF – это полунержавейка в народе, они режут на первом месте. Спасибо. Если видео понравилось, друзья, ставьте лайки, поделитесь с друзьями. Тесты будут в дальнейшем тоже. Если вы хотите заказать именно из такой стали ножи, тоже обращайтесь. Они скоро будут. Процесс пойдет. Всех благ.